Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и огорились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Дядя Миша физкультурой занимался во дворе. Он в трусах 4 раза обежал вокруг двора. И одной рукою гирю, как пушинку, поднимал. А потом оставил гирю без присмотра во дворе. И, конечно, Саша с Машей тотчас к гире подошли и рассматривали гирю как музейный экспонат. И сказал тут Саша Маше, что он тоже чемпион, что поднять рукою гирю Саша сможет 300 раз. И тотчас же ухватился он рукою за нее и отчаянно рукою вверх за ручку подтянул. Только гиря оказалась непомерно тяжела и не очень торопилась отрываться от земли. И сейчас, похоже, Саша надорвет себе живот или руки от натуги оторвутся у него. Но Аркадий Паровозов пролетал над тем двором, и увидел он, как Саша гирю силится поднять. И на помощь к Саше тотчас Паровозов подоспел, и скорей от гири Сашу Паровозов отцепил. Подарил ему гантельки, чтобы силу развивать, а затем сказал такие очень важные слова. Уважаемые Саши или Маши, например, никогда не поднимайте, дети, тяжестей больших, потому что повредиться может детский организм, и потом его исправить будет трудно докторам. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать.